Всем привет, мои дорогие друзья! И сегодня мы поиграем в Майнкрафт, потому что прошлая серия набрала очень много просмотров. Но я буду играть в Майнкрафт 1. Погнали! Так, я зачем-то ушел от дерева. Ладно, мы его рубим. Я не люблю дерево рубить. Так. Вот так. Так. А я, наверное, лапку сделаю. Хотя, возможно, нет. Не, на лапке, наверное, будет только пони, который будет 26 на все видео двигать одним движением. Ну, в принципе, логично. Немного песочка. Копаем тут сразу же. Так, это пару лайфхаков, можно сказать, для Майнкрафта. Короче, сразу же некоторые, очень многие крафтят и меч, там, и лопату, и кирку. Вопрос зачем? Крафтим только кирку. По желанию лопату. Ну, если вы нубик и уже забыли накопать, то деревянный меч на ночь. Если вы не построили там дом. А я хочу стать отшельником. Так что строю дом аж тут. Внизу, вот тут. Так, я понял, где. В принципе, 16 булочников. А вот теперь... Надо скрафтить лопату по желанию. Самое важное — это кирка. Киркой можно валить, в принципе, зомби. Киркой можно добывать. Киркой можно ломать. Ну, каменный топор. Классик. У меня, кстати, новая версия Майнкрафта. Как у Аида. Я немного нубик. Надеюсь, вы не обижаетесь. Надо все как-то так разложить. Как-то так. Тик-тик-тик. Надо смотреть этот остров. Этот остров очень маленький. Завалил лошадок и пойду на другой. Почему я буду валить лошадей? Потому что... Из них выпадает кожа. Пощел.
Немного жалко их, но это Майнкрафт. Правильно бы жизнь, я так не обращался с ними. В принципе, мы можем скрафтить себе по ножам. А вот может не пойдем сейчас нахуй. Сейчас задохнусь. Я успею. Успею. Ох, я успел. Надо. Ой, темнеет. Я пойду нарублю дров и все. Я поставил при том уровень сложно, так что будет выжить это во-первых сложно. Нет времени, наверное, забрать на дерево. Вот, немножко нарублю. Пока мобы не появились. Блин, их пусть. Так, надо убить корову. Где корова? Корова, корот. Вот две коровы. Вот, фронтер и корова. Спасибо, Майнкрафт. Майнкрафт. Корова, хочешь песенку? Я играл в Майнкрафт с 3 лет, и я скушал омлет. Вот моя песенка. Все, браво мне. Есть песок.
Ух, я успел. В принципе, надо заканчивать серию. Ну, я заканчиваю. Давайте я возьму меч. И это была первая серия выживания в Майнкрафт. Наберете 3 лайка, за сутки будет вторая серия, прям завтра, возможно. Возможно и не будет. Ну, короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока!